Подарить птицам новый дом. Ежегодный фестиваль скворечников прошел в столице. Мама помогала, мы долгое время его мастерили. Мы вместе вырезали цветочки, вместе красили его. Участников с каждым годом все больше, и в этот раз на призыв организаторов откликнулись около полусотни семей. Одни скворечники привлекли внимание яркими узорами, другие – нестандартным исполнением. Мы постарались привлечь внимание семей к семейному отдыху. Причем здорово было бы заинтересовать людей, чтобы они сделали что-то дома вместе, взрослые дети, полезные в социальном плане. В данном случае они делают что-то полезное для природы, для наших птиц города Минска. После импровизированной выставки в зоопарке все скворечники будут использованы по назначению. Их повесят на одной из столичных улиц.